Здорово всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня будет самая нереальная дуэль. Я говорю сразу, это не кликбейт, это все по-настоящему. Прямо сегодня Сырник мне предложил сыграть дуэль на весь мой инвентарь, а именно на 120 тысяч голды. Ребята, это очень огромная сумма, и если я ее проиграю, то я буду обязан отдать ему. На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены. А с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонуса бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. 120 тысяч голды, вы понимаете, это все по-настоящему. Я, ребята, просто в шоке, у меня нету слов. Так что обязательно поставьте мне лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и по-братски хэштег в комментариях Кентуха тащи. Ну что же, собираемся и полетели. Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас мы начинаем нашу каточку. Почему я вообще согласился на такую дорогую дуэль? Все очень-очень просто, потому что это мой топ-донатер. Прямо вчера он мне закинул 85 тысяч рублей, и я ему просто не мог отказать. Он очень хороший человек, Сырник, братан. Поэтому если ты меня сегодня выиграешь, то ты получишь 120 тысяч голды. Блин, ребят, это просто лютый трэш, мне придется продать абсолютно весь мой инвентарь, но чего не сделаешь ради контента. Я говорю сразу, это все не кликбейт, никто никого прощать не будет, и будем драться до конца. Ну что же, погнали, ребятки, первый раунд, пусть победит сильнейший. Ух, не, ну братик, ну что ты вообще как-то слабенько играешь, первый раунд как-то, ребят, вообще ни о чем. Кентуха побеждает 1-0, нормально вообще, уверенно на агрессии, просто берем и забираем. Так, ну что же, дамы и господа, идемте дальше. Просто представьте, ребят, я играю против самого богатого донатера в моей истории. Мне никто так много не донатил. Но Сырник вчера на стриме закинул 85 тысяч рублей. И прямо сегодня, ребят, играем дуэль на 120 тысяч голды. Вы просто понимаете эти цифры. Ну что же, давайте не расслабляемся и начинаем. Счет пока что 1-0. Не, ну братан, ну елки-то палки. Сейчас покажем ему, кто тут главный. Я просто возьму, куплю, так сказать, М40. И, ребята, вы просто поймете, что Абовин и Сайлис отдыхать, когда у кента в руках такая замечательная пушечка. Блин, вот я скажу честно, я в последнее время начал играть с М40, и мне это оружие очень-очень нравится. А ну-ка, просто давайте попробуем. Вот так, оп. Ух ты, блин. А ну-ка. Так, подождите, ребята, я сейчас сильно расслабился, уже счет какой? 2-1. Хотя нормально, закомбэчим, закомбэчим. Я же знаю себя, ребят, вы знаете меня, я знаю себя. Камбэк для кента, но это вообще не проблема. Я обратно беру М40. Ну надо взять раунд с М40. Сырник, братанчик, ты где? А, ты тут. Ёлки-палки-то! Ничего себе! А Сырник-то играет не так плохо, как мне казалось. Ребят, 120 тысяч голды. Это, грубо говоря, вся голда на моем аккаунте. Абсолютно все я продам и придется отдать ему. Так, мужики, давайте. Максимально собрались, максимально сконцентрировались и полетели. Счет 3-1, давайте возьму нормальное оружие. Давайте ему покажем, кто тут, так сказать, папочка. Так, Сырник, братик, так, тут тебя нету. Значит, ты на лонгу, значит, скорее всего, ты тут. И я делаю префайр. И ничего. Или тут. Ничего себе! Вот это Сырник машин. Так, ребят, я сейчас сильно уже зарофлился. Это уже не шутя. Я, конечно, все понимаю, но Сырник, мужик, ты че? С Сырником шутки плохи. Я-то думал, он уголимый. Начал рофлить, чисто чилить. А оказывается, Сырник начал компечить. Так, ага, ага. Нормально, нормально, попали. Блин, ребят, опасный момент. Честно говоря, я никогда в жизни не играл в дуэльки на такие большие суммы. Просто представьте себе. Так, у меня осталось 50 хп. Сырник пытается меня прострелить, но, ребята, хрена с два, потому что кента пока играет просто на агрессии. Я думал, я его на извещах выиграю, подниму голду и все. А тут-то, оказывается, Сырник играет неплохо. Все, ребят, давайте, я больше не подаюсь, играю на всю силу. Просто, ребят, на агрессии его выношу. Давайте, поехали. Так, ну что же, дамы и господа, поехали дальше. Ух ты, блин. Нормально, нормально. Счет 5-2. Честно говоря, ребят, очень потная дуэлечка. Счет 5-2. Максимально собрались, максимально сконцентрировались. Давайте просто отправим Сырника домой. Мы должны это сделать. Ну. Да, 3-5. Ребята, пошел камбэк. Вот это я понимаю. Вот за такие моменты я и люблю свои руки. Погнали, родненькие.
Ребят, дуэль на 120 тысяч голды на весь мой аккаунт. Я просто в шоке. Я тебя породил, я тебя убью. 3-6. Это просто фиаско, ребята. Блин, зачем я вначале ему поддавался? Нет! Нет, 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 только не это, только не это. Сырник, братан, я тебя прошу, пожалуйста, играй плохо! Ой, блин, ребят, ребят. Давайте проверим, какой у него ранг, кстати, мне очень интересно. А ну-ка. А ранг у него голд 2, но он играет прям очень хорошо. А, КД 2.40, понимаю. Он играет гораздо лучше, чем кажется, потому что он просто настоящая киберкотлета. Ребята, максимально аккуратненько, максимально на опыте. Заходим так в ребра и просто ждем нашу жертву. Сырник, братан, нашей жертвой сегодня будешь ты, потому что... Ну, потому что это очень напряженная дуэль. Ребята, это очень большая сумма, вы понимаете? Вы понимаете, что дуэли на 1000, на 2, на 3, на 5 как голды, это просто ерунда. Дуэль на 120 тысяч голды, вот это я понимаю. Вот это планка, вот это уровень. Давай! Фух, 4-6, вот это я понимаю. Блин, ребят, как же это было страшно. Не, нормально, шансы на камбэк есть, довольно-таки большие. Просто мне самое главное не спешить, не нубить и переставать фаниться. Надо играть уже на всю силу, потому что... Ну, боже, сырник сделает со мной, ай-яй-яй. А сырник, ребят, топ-чел. Он пишет неожиданно. Ну, конечно, братан, неожиданно и приятно это называется. Бывает, бывает, бывает так. Он проходит через лонг. Я слышал раскидки. Он проходит через лонг, ребят. Ух ты, блин, братик, братик. Нормально же с тобой общались, а ты начинаешь! Сырник! Фух. Мне на секунду показалось, что мне будет гаплык. Нормально, ребята, счет 5-6. Просто мы с вами по красоте, давайте, собрались. Хэштег Интуха сделай историю, хэштег Интуха колотить в ухо тащи. Давайте-ка мы лучшего пойдем, потому что, ребят, ну чё-то мне страшно. Мне капец как страшно. Так, сырник. Так, братик, давай, давай, ну я знаю, ты тут. Ох ты ж, блин! Так. Ну чё, сырник? Прямо сейчас мы с тобой встретимся. Прямо сейчас мы с тобой встретимся. Сырник, сырник, иди в задницу! Давай на нож. На нож! Нет! Я дебил! Зачем я взял нож? Я же мог его замочить, ребята! Это фиаско, 120 тысяч голды. Я просто в шоке! Нет, нет, сырник, братан, нет, пожалуйста, только не это. 5-7. Перетянемся в ребра потихонечку. Сырник тоже меня боится, ребят. Ну я тоже сам себя боялся такого амбала. Так, он спалился, он очень жестко спалился. Братан, у тебя осталось 10 секунд, давай пуш. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Да, взяли, взяли, 6-7. Я в шоке, ребят, буквально осталось 4 секунды. Вот это напряженная битва. Это просто что-то с чем-то. Я такие дуэли никогда в жизни не играл. Это самая потная дуэль в моей жизни. Ребят, просто посмотрите на все это. Как же это сложно. Мы должны сделать счет 7-7. Мы должны попытаться сделать этот легендарный счет. Давайте, ребят, поехали, поехали, поехали. Фух, вот это пот, вот это пот. Так, кидай, короче, вот куда-то туда дым. И начинаю просто, ребят, делать вот так. Чекаю. Так, нормально. Счет 6-7, к сожалению, не мою пользу. Но если я, ребят, проиграю, то придется отдавать. Так. Ждем. Это очень потная дуэль. Самая потная дуэль в моей жизни. Блин, сырник, я же не знал, что ты хорошо играешь. Я проиграл! 120 тысяч голды! Мать моя женщина! Я в шоке. Ладно, ребята, давайте поступим как настоящие мужчины. Тем более, сырник мне очень много задонатил. Выставляй. Выставляй скин за 118 тысяч голды. Прямо сейчас я, ребят, перелогинюсь за второй аккаунт, продам там абсолютно все и буду отдавать ему голду. Сейчас он только напишет, какой скин покупать. Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас я уже буду отдавать всю эту голду. Как бы это больно ни было, но я проиграл. И сам обидно, я проиграл из-за моей глупости. Я вначале фанил, сыграл с пистолетами, стек найном во втором раунде. Все, ребята, я проиграл. Давайте без отговорок, без отмазок. Сырник, спасите за дуэль. Когда-то еще переиграем. Братан, вот, покупаю прямо сейчас, прямо при всех вас, у сырника за 118 тысяч голды. Ну что же, минус 118к.
Все, братан, всего тебе хорошего. Для того, чтобы купить данный скин, я продал абсолютно весь мой инвентарь со второго аккаунта. Но чего не сделаешь, если пообещал. Ну что ж, дорогие друзья, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.